Бра, сейчас домучим этот револьвер. О. Отпусти, забудь. Все, валим отсюда. Я думал, блин, найти хоть что-то делать. Хотя вопрос. Хотя одни сплошные вопросы у нас тут сегодня. Ну чё, здорово, народ. С вами Джон, он же Reset. И Пантеон, и шейдер Супер Чернила, и две новых пушки 312. Ну как новых, старых, ну вы поняли. А, ну и Железное Знамя также чуть. В общем, в этом ролике мы будем после вашего лайка, подписки на канал, прожатия колокольчика, прохождение по всем твичкам, описание ролика для поддержки стримера, изучать, что же нам там притащил еженедельный Reset. Сори, видос выходит немножко позже, потому что мы мало засиделись в Пантеоне. А, но про него я тоже сейчас вот расскажу. Напоминаю, что у нас тут на Твиче, на ВК Плей, на Ютубе практически каждый день проходят стримы, где со мной вместе можно поиграть, позвать какие-нибудь вопросики, поучаствовать в повозиках. Ну и кто захочет в один из следующих роликов, может это сделать по помощи доната, если сумма в 10 раз увеличится, как это получилось у братюни. Спасибо большое, Прапор, за поддержку, спасибо большое за косарь. Также хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживает меня на Бусти. Тут мы выкладываем записи с наших киностримов. Большое спасибо Тасадар за вершителя и Дмитрию Иванову за Железного Лорда. Что ж, что же у нас тут по новостям? Во-первых, если вы вдруг пропустили, то все еще можно, насколько я понял, до 1 мая получить, ну, пока там у нас западные коллеги стримят, в том числе Ацтекрос, да? Вот у него сейчас просто в прямом эфире стрим идет. На момент записи этого ролика можно получить эмблемку, которая называется «Знак Создателя» за 1 час просмотра стрима во время того, как они занимаются, ну, Пантеоном, собственно. Если вдруг у вас по какой-то причине в аксессуарах не появится эта эмблемка, то надо зайти в партнерские награды, которые находятся рядом с кодами погашения, и нажать кнопку «Обновить». Тогда у вас эта эмблемка появится в игре. Но сейчас, собственно, мы до нее дойдем. Эмблемка находится у нас в аксессуарах в разделе «Общее». Ну и где-то она вот здесь, да, должна быть. Так вот она выглядит. В моем, собственно, персонаже на нее можно посмотреть. Идем дальше. У нас сегодня было техобслуживание. Как обычно, серваки во вторник в 5 вечера где-то выучили. Включили 8 вечера по Москве. Собственно, вышел патч 7.3.6.3, пардон. Посмотрим, что он нам дал. В действиях, в ПВП, изменениям специальной системе подсчета боеприпасов. Ну, у меня на эту тему отдельный ролик был. Сегодня, по-моему, даже я его выпускал. Кто не видел, может ознакомиться, да, с тем, что все значения, все вознаграждения за боеприпасы в режиме возрождения унифицированы с предыдущими значениями очков в режиме возрождения 3-3. В среднем теперь требуется меньше действий, чтобы заработать то же количество боеприпасов. Ну, типа, с одной стороны хорошо, а с другой стороны есть нюанс. При передаче боеприпасов, включая начальную в начале игры, теперь количество боеприпасов будет равняться количеству за одно убийство. Но счетчик будет заряжаться чуть более чем в 2 раза быстрее. То есть вы получаете одну пулю вместо двух, но в 2 раза быстрее. В какой-нибудь дробовик или в плазму. Удалена возможность вносить вклад в счетчик боеприпасов при уничтожении способностями. То есть при гранатах, при ударах с руки и так далее. Это сделано для того, чтобы вы там... сочетанием дробовик плюс удар рукой не получали преимущества. Окей. Награды за очки объединены в 2 отдельные группы, чтобы уменьшить вариативность и упростить понимание системы. Новое значение вознаграждения за очки. Режимы возрождения. Количество убийств из основного оружия 50. Действия, включая передачи, смерти, захваты зоны, контроля и изъятия большого количества боеприпасов. 25 типа. Режимы исключения. Количество убийств из основного оружия, ну, на... пушки на белых патронах 70. Действия, включая помощь в убивании врага, да? Смерти и большие запасы боеприпасов 35. Передача боеприпасов вознаграждается, когда игрок набирает 100 очков. Увеличено количество появлений рядом с союзниками в столкновении 3-3 для плейлистов для состязательной и быстрой игры. Что касается осады, исправлена ошибка, из-за которой функция тушения не очищалась должным образом. Ага. Во время тепловой волны
которую запускает мучитель. Исправлена ошибка, из-за которой более крупные враги телепортировались за боевой модуль. И да, в принципе, это было особенно заметно, когда какой-нибудь воитель вам телепортировался за спину и убивал вас одним ударом. Исправлена ошибка, из-за которой батарейки боевого модуля могли исцелить врагов при броске. Кроме того, функциональность исцеления при броске в защитное сооружение была увеличена за счет использования батареи АДУ. Спасибо. Исправлена ошибка, из-за которой игроки прятались от врагов в комнате босса. Больше никакого чиза для вас. Ну ладно. Исправлена ошибка в сложности легенды, из-за которой портал в комнату босса не появлялся после 50-й волны. Красавчики. Экзотическая миссия. По-моему, это у нас как раз с мучителем была такая проблема, и народ жаловался, что мучителя нету на легенде. Экзотическая миссия. Шепот. Исправлена ошибка с визуальным эффектом появления захваченных боссов. Исправлена ошибка, ну, боссов одержимых, да. Исправлена ошибка, из-за которой игроки не выводились на орбиту по истечении таймера. Исправлены некоторые недоступные места. Игровой процесс инвестиции. Оружие. Удалена красная точка с бивня гранатомета Кабан при наведении на прицел в... При вхождении прицела, поскольку у него ее не было и не должно было быть. Исправлена ошибка, из-за которой снаряды горной вершины не пробивали щиты барьерного воителя. В версиях удаль для прицелов паука-отшельника и акулы-молота теперь враги отображаются корректно. Награды и преследования. Награды Шакса за прохождение пути в логове Ривен теперь будет правильно подсчитывать количество витков. Отредактировано описание взлома зарядки Триумфа, чтобы сделать его требования более понятными. Общая информация. Исправлена ошибка, из-за которой на орбите корабля пирамидального Весела, да, появлялись яркие мигающие огни. Как-то так. Вот такой вот у нас был патч. Сейчас будем смотреть, что же нам тут игра принесла. Начнем с самого горяченького, естественно. Так, ну что ж, этот день настал. Можно принять гастал, собственно. Отправляемся в зал чемпионов. Берем у Шакса два последних квеста на револьвер. На лунный вой. И на домну импульсную винтовку. Наконец-то можно обнулиться у лорда Шакса, сдать супер черных два ключа. И мало того, что ранг сбросит, так еще и получить шейдер супер чернила. Но это только в том случае, если вы сделали квесты на все 12 пушек и сделали 6 заданий у Арсайта. Вроде бы 6 любых заданий может надо сделать. Сейчас узнаем. Сейчас я специально весь путь до Шакса проделаю, чтобы посмотреть, сработает оно или нет. Мне, операции авангарда тебя не пугают. А так, где тут у нас этот дядька? А, мне надо вот тут говорить с ними. Как для тебя сделали? Так, вы поговорили с Шаксом Лунный Вой. Давай тут тоже возьмем. И на домну тоже. Такая же крепкая, как и ты. Надо было, наверное, с лунного воя начать, потому что он мне нужнее. Ну ладно. Ходник, эти новобранцы похожи на... Так, ну смотрим. С этим. Я... На самом деле, мне плевать. В общем, привет из доменной печи. Вы приближаете Шаксу и слышите, как он тараторит скороговорку. У бедняги Банши, Брик без башни, у бедняги Банши, Брик без башни... Вижу, у тебя новенькая домна в эпоху Горд Крёс нашла свою нишу. В общем, не суть. Посмотрим, сколько меня там перками нам упало. Ну, не самый худший вариант, честно говоря. Был бы, конечно, и получше. Если ты считаешь, что твои труды окупились. Похоже, ты всерьез любишь подраться. Возвращайся в любое время. То же самое у нас тут с револьвером Лунный Войск, у 40-м, у которого паттерн на даче, как у 180-го. То есть у него тут великолепный вой, глаз бури, рикошетные патроны, зауженный ствол. Ну, в принципе, даже как будто бы неплохо. Доводилось, конечно, доводилось, своими глазами видел. Что ж, получится у нас обнулиться у Шакса или нет? В чате пишут, что нет, но мы поддержим интригу. Так, вот у меня тут все пушки выполнились, по идее. Снаряжение тут тоже прожимаем эти триумфы. Вот все на месте. Что там у вас происходит? Надо у меня тут у бота еще что-то смотреть или нет? Ага.
Сверхчерный ключ Омега. Это один из двух ключей, которые нужны для открытия камеры со сверхчерной субстанцией. Ну, берем. Но горнилу всегда не хватает бойцов. Надеюсь, это они не... Да, они в другом месте находятся, слава богу. Один у Шакса забираем, второй Арсайта. А, у Шакса я уже забрал. Окей. Действуй стремительно, охотник. Не дай так. Никому тебя остановить. Использовать сверхчерные ключи. И долго жмем. Красивая. Установить контакт. Какое-то черное сердце прям. О нет, меня захватил симбионт. Мы Веном. Сверхчерный все-таки называется шейдер. А я додумал суперчернила. Ну да ладно, пошли смотреть на него. Мощный. Ставим лайк. Вот такой вот у нас теперь перс. Ну, вроде бы тут у нас все. Ну и, кстати, да, с обновлением у нас все еще проблемки. Все в горниле, такими, как ты. Мы все это сделали, но у Шакса по-прежнему ранг 17. Хотя, может быть, мне надо выше сплав сделать, подожди-ка. Может, сейчас чудо произойдет новогоднее, я не знаю. Я знаю, тебе это пригодится. Чудо не произошло. К сожалению. Ну, ждем, пока Банжи пофиксит эту проблему. Я-то просто думал, что они специально ресет держат ради того, чтобы мы потом шейдер получили и, в принципе, все, и пошли чилить. Но нет. У нас тут все гораздо сложнее, как выяснилось. Увы, ныск. Так, ну, видимо, придется еще немного подождать. Вот Банжи... В твиттере от 18 числа писали. Мы также видели, что, как люди спрашивали, можно ли сбросить репутацию продавца Шакса. Торговец Лорд Шакс в зале чемпионов не должен быть сброшен, и любой текст, указывающий на возможность сброса, является ошибкой. Мы пытались добавить рост настроек, но на данный момент это не было невозможно. То есть, скорее всего, они могут его добавить, этот сброс поптом, а могут и не добавить. Но я думал, то, что это типа, пока мы до 30 числа шейдер ждем, но, видимо, нет. Так что, окей. Дождемся следующего раза, получается. Когда-нибудь. А, у меня тут квесты эти закончились. Надо, получается, с завалой поговорить еще в башне теперь, после того, как я пушки сдал. Окей. Такс, ну чё, чё нам там завала принес? Приветствую тебя, страж. Вы подходите к завалу, он устал, машет вам рукой в знак приветствия. Так, а кто там у нас остался еще с персонажей? Страж. А, или это с каждым еженедельным ресетом на нас этот квест дается? Ну да ладно, не суть. Займемся ресетом, чё. Бадумс. Бадабумс. Именно то, как мой рейд, собственно, проходили. Меня, точнее, данж. Точнее, пантеон. О, белый гигант, украшение на акулу молот старая. Кого если не было, можно приобрести. В свете, появление сетчатая структура. Прикольно. Апосемантизм. Придворная стать. Ну и за серебро, что у нас на этой неделе? Гнев дракона. Прости, господи. Стальное небо. И оболочка острая чешуя. Прикольно. Мистическое гадание. Саватун мертва. Хотелось бы верить, что так оно и останется. Оболочка аркада. Яркая пыль халявная, естественно. Ну, рекомендованные товары у нас это... Разные скинчики. Разрушительный колдун жест за яркую пыль у нас теперь. Гарри Поттер 312 прям. Поддержи меня, страж. Обмотка пари авангарда. Странно. А, это у меня уже куплено просто было. Оболочка сверхзаряд. Красивая.
и занимающая полэкрана, блин. Похоже, я не знаю, на некоторых NPC из Half-Life. А, на песика Алекса из Half-Life, во. Несущий гроб. Кораблик. Одинокий вой. Радужная смерть, багрец. Проекция, дверь в бесконечность. Да, у сияющего и целая есть куча шейдеров. Но они никогда не научатся повелевать им. Кровавый клык. Медная клеймоу. Северная паль. Проклятая лазурь. Искаженный эфир. Репутационный эффект. Крик гарпия. И мерцание грез. Нормально, нормально. Так, ну, смотрим, что у нас тут по вендорам теперь. А, ты снова здесь. Отлично. Так, ну что ж, смотрим, что у нас тут у завалы. У него, кстати, гранатомет дикий стиль продается. У меня его обычной версии нету, надо будет достать, наверное. Ладно. Гранатомет с двойным уроном, так сказать. Смотрим, в каком сумочном налете нам его надо будет доставать. А, сумочный налет на Грандмастере у нас оскверненный. Город грез с такими вот модификаторами. Солнце, стазис, ракетница, связанное оружие, эпитафия и так далее. Кому любопытно, там прохождение у меня на канале есть. Также по поводу налетов авангарда. Пепел к пеплу, уровень силы отключен, электрическая угроза, мощь стазиса, мощь молнии и враги со всеми щитами. В гамбите у нас на этой неделе внезапно что-то изменилось. Дополнительные очки гамбита мы получаем. Спасибо, Банжи. В гамбит завезли немного жизни. ПВП у нас на этой неделе железное знамя. Напоминаю, что кто захочет там, у нас дополнительные ранги в железном знамени присутствуют. И режим трофей меняется на контроль. А, кто захочет там покачать репутацию, не забываем ставить на шмотки с железного знамени, в частности на плащ, на классовый предмет. Украшения тоже железного знамени. Если у вас шмотка железного знамени, у вас одет еще плащ, скинчик железного знамени, то это будет считаться как за две шмотки. Ну то есть вы надеваете все шмотки на персонажа, ну, кроме экзота, да. Надеваете пушку, относящуюся к железному знамени, да, и можно получать больше очков с этого режима. Как-то так. При прокачке там обнуления, при получении инграмм, я думаю, лишним не будет. Собственно, вот. Также у нас присутствует столкновение 6 на 6. Состязательная игра. Поединок 3 на 3. Превосходство. В лаборатории горнила у нас там 6 на 6. И стычка. Ну и закрытые матчи также. В легенде у нас на этой неделе шоу. Крак роты, сохранение энергии. Падает броня с повышенной стойкостью с мастера. Сверхзаряженный дробовик. Мощь солнца, мощь стазиса, сверхзаряженное оружие, противники-воители, модификаторы на мастере, враги со всеми щитами, сохранение энергии, ну и так далее. Также у нас тут предвестие есть, кому нужна винтовка-разведчика и какие-нибудь пушечки с красной рамкой с предыдущих сезонов. Модификатор у нас тут солнце, стазис, винтовка-разведчика, сверхзаряженное оружие, пустотная угроза, выжженная земля, ну и так далее. Так, далее, в вечности у нас вызовы вечности на легенде кто? Какой босс? Босс Крота у нас. Стазис, солнце, дробовик и гранатомет. В городе грез у нас сектор приз на барабане в могиле Офелии. Падает там непонятно что, потому что с орбиты не видно. Опять. Когда они это пофиксят, неизвестно. В осаде плейлисте у нас противники-воители не... вообще все типы. Да. Стазис, сон, электричество, электрическая угроза, уровень силы отключен, ну и правила осады. В зале чемпионов мы побывать уже успели, но про новенькие вещи я там рассказывал. В пантеоне у нас
классическая стратегия, используя классовую способность увеличивать урон, который наносит ваша боевая группа, мощь нити, мощь пустоты, пантеон Атрак царственная, то есть там на 5 единиц выше уровень силы мобов, чем у вас. Ну и правила пантеона. Кто хочет, сможет ознакомиться. 18-10 уровень силы требуется. Меня там народ спрашивал, требуется ли приобрести дополнение для того, чтобы поиграть в пантеон, вроде бы не надо. Насколько я понял. Вот, в осаде у нас тут что? На легенде. Дробовик, заряженный гранатомет, эмпат, горячий нож, противники-воители, электрическая угроза, еженедельный босс. На этой неделе вас ждет опустошительный мучитель. Вот то хотел мучителя сделать вперед. Теперь они это подписывают, слава богу. Гальванизация, истребление, возрастающая сложность. И народ спрашивал, типа, как лучше фармить на 10 волнах или на 50. Но если у вас проблем нету с закрытием на легенде 50 волн, то, 50 волн выгоднее будет. Если же у вас есть проблемы с закрытием, то лучше фармите 10. Вот. Ну и, собственно, в шепоте червя что у нас? Модификаторы на нормале старые. На легенде у нас снайпа, секундомер, электрическая угроза и эпитафия. Так, на Луне у нас что? На Луне у нас сад спасения со всеми испытаниями доступен. Кому надо, можете попробовать еще божественность заодно достать там. Вполне в квест. Если получится народ собрать. Так, на башне мы сейчас посмотрим. На ЕМЗ у нас руины полководца. На мастер уровня сложности солнце, стазис, сверхзаряженное оружие. Перегрузки и неудержимки, 18-20 уровень силы, все враги. Точнее, все... Прощай. Да, у сияющего роя есть свет, но они никогда не научатся повелевать. Так, что тут у нас дальше? У нас дальше. Дальше у нас идет Мир Престола Саватун. Здесь у нас шпиль хранителя. Можно тут пофармить шмоточки, в том числе и ковбойку шляпу вроде. Сверхзаряженный пулемет, солнце, стазис... Заряженное оружие, барьерки и перегрузки, мастер и враги со всеми, ну, с электрическими и с пустотными щитами. А в шлеме что у нас присутствует? В шлеме у нас логово Ривен, и я не на того персонажа зашел, чтобы это посмотреть. Одной победы, как... Так, логово Ривен у нас. Солнце, стазис, затемнение, дух Ривен, спираль. Гранатомет, дробовик, выжженная земля, солнечная угроза, пути, первые ступени, залы прорицания, сенсория и обсерватория. Предначертано звездами у нас стазис и молния. На нормале и на легенде. Солнце, стазис, связажный лук, связажное оружие, пустотная угроза, шокер, враги со всеми щитами. Было время, когда как-то так. Знание... Сейчас, раз уж мы у завала, и, точнее, у Саладина стоим, силы, у него ничего нового не появилось. Ну, разве что мультимаг, да, и кабани бивень. Последняя возможность в этом сезоне у вас их достать. Следующая возможность будет только в следующем эпизоде, а это где-то через месяц, через полтора, мне кажется. Ну да ладно. Да, вот меня тут напоминает, что у нас тут квест Арчи обновился. Так что, кому надо, подойдите к АД-1. А напротив нее есть собачка, это, собственно, да, ну, точнее, ее нету, там только следы пятнистые, кто захочет выполнить триумф, где находится, где сейчас Арчи. Арчи сейчас на космодром сбежал на этой неделе. Вот, называется Арчи на космодроме, ну, где именно? Отдельный ролик, да, есть на канале. Здесь мы его уже сделали, на всякий случай квест начинается здесь. И раз уж я сюда подошел, то посмотрим, что у нас у АД-1 на этой неделе. Приветствую. Приветствую. Шейдер, у нее обновленный черный арсенал. Инновации Бреев. И преданность новой монархии. Теперь идем к Сурай Хотан. Так. Сравнять шансы. Одержайте победу в матчах в режиме Гамбит вместе с товарищами по клану. Завершайте матчи Горнила вместе с аклановцами. И отряд рейдеров завершите, любой рейд вместе с аклановцами, и сумеречный налет тоже завершаем. Такс, ну что ж, Банши 44, что ж нам представишь сегодня?
Так, на фокусировку у нас следующие пушки. Слот Брок, Удика, Энио, ну и так далее. Ой, воронка прят, кстати. Кому нужно. А, шепчущий камень у нас тут также есть. Декартовые координаты. Говые, к сожалению. О, это мы берем. Первый выстрел, фугасный снаряд на истинное предсказание. Это мы покупаем. Это мы берем. Так, синкопа. И дуэльный кодекс. Ну что ж. Пойдем сейчас посмотрим, что у нас там в зале чемпионов. Там я забыл эти... гримуары. А, и напоследок у нас тут три последние комнаты открылись у Шакса. Можно забрать карту гримуара. Императрица Каятель. И Эликсни. Ну и что забавно, да, вот у меня все триумфы выполнены, да, но я не могу забрать печать удаль. Потому что что? Потому что у нас не работает обнуление, или что это, я не знаю. Но какой-то есть у нас пункт, которого не хватает. Может быть, это плановый обход, я не знаю. Может быть, еще что-нибудь, но... Вопросы, которые требуют ответов, что называется. Но это, видимо, не сегодня. Тут народ предполагает, что час испытания еще не вышел, да, который выйдет у нас 14 мая. Из-за этого у нас печать не делается, но он бы тогда бы тут был бы указан как секретный триумф. Но может быть, банжи просто его не включили сюда еще, специально скрыли. Но то, что у нас эта миссия будет, это как бы не секрет. Но им виднее, наверное. Надеюсь, что это только из-за этого. Потому что да, у нас шепот здесь есть, экзотическое задание, он сделан, а идеальной эпидемии, ну, час испытания нет. Может быть, из-за этого, кто знает. Ну ладно, попробуем достать парочку револьверов. Спасибо. Револьверов. Именно. Так. Раскаленный синабис. Ну, неплохой ПВЕшный вариант, да. Гармонии на бис. Что это такое? Дайте нормальный луновой. Походу, сейчас будем тестить... Воскольжение раскаленность. И тут на калиберке. Ну ладно, допустим. Ладно. Не повезло нам с роллами на револьверы на пульсу, но уже завтра посмотрим с утра, я думаю. Что там... Они из себя представляют. Также пройдемся по пантеону. Он у меня много крови сегодня выпил. Но им мы уже займемся завтра. Завтра, собственно, как только проснемся. В общем, всем спасибо за просмотр. Лайк ставим, комментарий пишем на канал. Подписываемся, как хочешь, прожимаем, чтобы не стать удаление выхода новых видосов. Всем спасибо, всем пока.